Итак, друзья, всем еще раз привет, с вами Страйк и студия КСЛ ТВ. Мы продолжаем наблюдать за матчами Frogbite Masters 2014, Season 2. На этот раз противостояние команды Virtus.pro и Clan Mystic. И Knife Round на ваших экранах. Как видим, Харцы компания серьезно настроена начать за атаку на Дасте втором. Белый остался один против двоих и в шаге от стороны защиты на первой карте. Так, что там у нас по картам получилось, сейчас быстренько вам расскажу. Итак, первая, как вы уже могли понять, будет Даст 2, а вторая, если не ошибаюсь, будет Мираж. Третья, если понадобится, будет карта Инферно. Но, в принципе, пик полностью должен устроить команду Virtus.pro. Не знаю, что по этому поводу думают клан Мистики, но Virtus.pro однозначно фавориты в этом противостоянии. Хотя обе команды являются чемпионами мира по разным версиям. Virtus.pro буквально на прошлых выходных стали чемпионами по версии EMS One Katowice и заполучили невероятно крупный приз в размере 100 тысяч долларов. А клан Мистик в 2013 году, а именно в конце этого года, сумели в финале против команды Титан вырвать победу. Это был финал ESVC 2013. Так что вот такие вот у нас грозные баталии намечаются. Давайте, наверное, еще разок ознакомимся с составами этих двух команд в Virtus.pro. Неотас, Паша, Снекс и Белый просто великолепно отыграли последний турнир. И уверен, что эта команда серьезно настроена выбраться на вершину рейтинга CSGO в этом году. Клан Мистик, JMX, Hartz, Kiyashima, Kennis и SF. Вот так вот выглядят лайнапы команд. Ну и пистолетный раунд на ваших экранах. Агрессивная игра от команды Virtus.pro. Снекс в респауне забирает Кенниса. Ну и Хартс явно не ожидал такого поворота событий. Врывается Virtus.pro дальше. Что же будет происходить теперь? Итак, ой-ой-ой, Кьяшима забирает Снекса. Попадает по голове Паши, но Паша на уверенности выходит, забирает Кьяшиму. Ситуация 2 в 3, JMX и SF. Так, смотрим, что придумают французы. JMX на терпском респауне, SF в зигзаге получает хедшот от Таза и оставляет своего тиммейта одного против троих. Бомбы на руках у SF нет. Паша заполучает информацию о месторасположении последнего игрока команды Clan Mystic. По-прежнему 1 в 3 и все без изменений. Бомбу надо подбирать, она в районе длины. Тазы Нео готовы буквально за секунду ворваться на JMX, но мы, наверное, будем смотреть за ним, потому что у него получается супер экшен. Попадает по голове Тазу. Заставил понервничать и Нео. Ну вот JMX серьезно настроен вытащить вот такой вот, казалось бы, непростой раунд для своей команды. Итак, 35 секунд до конца. По-прежнему ситуация 1 в 3. Бомбой завладел JMX. Поляки понимают, что не надо больше мешать JMX забирать его любимую игрушку, а именно бомбу. Итак, на зигзаге Нео уйдет или нет? Да, чудом уходит Нео. Все правильно делает поляк. Пытается максимально сыграть тимплейна. Паша на длине также не отдается. JMX. Есть первый минус. Падает Нео. Ну и отличный шанс. Правда, всего 18 хп остается у игрока команды Clan Mystic. Паша мансует как может. 7 секунд до конца. Падает респаун JMX. И не хватит ему просто-напросто поставить бомбу. Таз. Какой же напряженный раунд. Какой же напряженный раунд. Казалось бы, Virtus.pro должны легко заполучить победу в пистолетном после того, как ситуация сложилась 3 в 1. Но JMX так не считал. И до последних секунд держал в напряжении игроков польской пятерки. Итак, вот теперь начинается самое интересное. Эко-раунд команды Clan Mystic. Как они его проведут, мы с вами сейчас узнаем. По карте смотрим, что происходит. JMX и SF спускаются в нижнюю тэшку. Харс, Кеннис и Кьяшима в районе длины ждут всевозможных поджимов. Ну и куда же пойдут эти бравые французские ребята? Так, что бы стоило отметить? Два пистолета у команды Virtus.pro на эко-раунде своих оппонентов. Вроде бы пойдут на плент. Здесь Паша бицепс. Здесь все, в принципе, спокойно. Итак, СТФ ждет поджима в тэшке. Паша будет принимать выход по зигзагу. Но куда же пойдут французы? По-прежнему непонятно. На пленте вообще укрепление троих игроков, дым на зигзаг. И атака команды Clan Mystic еще немного затянет. Не хотят парни выходить в дым, но это, в принципе, логично. И, наверное, первым у нас будет участвовать в экшене Снекс. На длине замечает
игрока команды Клан Мистика, а именно Кьяшиму. Ну и как же будет выходить Кьяшима? Стрейф он чекает Снакса. Снакс будет ли минус? Попадает плотно по французу, но тут на пленте все просто без шансов. Снакса все-таки забрали на длине. Тем временем упало три игрока на А, и Зек также забрал еще и, если не ошибаюсь, это был Харт. Итак, 2-0, Virtus.pro уверенно проводит эко-раунд. Сейчас у Паши должна появиться... Нет, все-таки, наверное, отложится снайперская винтовка на следующий раунд. А вот у Клан Мистиков волевой бай. Не поставив бомбу ни в пистолетном, ни во втором экономическом раунде, Клан Мистик решают закупиться. И это что-то интересное. Что же будут делать французы? Смотрим. Кьяшима с довольно-таки неплохим распауном. Попытка занять длины, собирает информацию. Знает, что на длине находится как минимум двое игроков команды Virtus.pro. Белый идет до конца. Ну вот поляки гиперагрессивны и гипернагло, но при этом играют очень грамотно и без ошибок. Прочекали белого на длине. Белый моментально меняет свою позицию. Что будет делать Кьяшима? Неужели просто на морозе пойдет за белым? Да. Аккуратненько выходит, зная, что игрок находится в яме. Будет ли выходить? Да, пойдет дальше. И просто великолепный хедшот. Белый упал. Апленд под угрозой. Снекс и Паша остаются вдвоем на пленте. Пашу... Нет, Пашу запускал. Снекса под флешку прочекать. Ой-ой-ой, какой же хедшот ловит. Паша, единственная надежда команды Virtus.pro на пленте. Паша пропускает игрока в дыму, и СФ. Минус Паша, а пленд развалился у команды Virtus.pro. Кенни забирает еще и таза в контровском респауне. Ну и ситуация 1 в 5. Нео постарается засейвить свой М4А1С. Но, по-моему, Клан Мистик не дадут этого сделать. Вот так вот. Действительно, заставили поляка врасплох. Как видим, у белого была возможность закупиться. Он оставался с пистолетом. У Снекса также был пистолет, но он вроде бы был с девайсиком. Короче, Virtus.pro не учли вот такой вот возможности, что французы закупятся. И были немного ошарашены всем происходящим. И проиграли заслуженно этот раунд. Так, что же будет происходить вокруг нее? Удастся ли поляку засейвить девайс? Ну вот знаем мы, на что способен этот парень. Так, ну вот французы. Ой-ой-ой, замечает Нео Кенниса. Попадает по нему очень плотно. Хочет забрать еще одного французского игрока, но нет. Уходит просто на сейв. Все грамотно делает Нео. 2-1, Клан Мистик размочили. Размочили счет в этом матче. Это как минимум обещает нам интригу и просто невероятный накал страстей в этом поединке. Так, ну и посмотрите, что делают поляки. Снекс снова в руках. У Паши его излюбленная ЦЗ-шечка, с которой он на МС неоднократно делал минус 2, минус 3 на экономических раундах своей команды. И изрядно портил настроение соперникам. Воу, уже потихонечку начинаю заговаривать, как или третий Снекс. Просто два великолепных минуса будет ли третий Снекс. Воу! Вот это да, Снекс! Будет ли эйс? Нет, вырывается на Кенниса, но с Кеннисом справиться не удалось. 4 минуса от Снекса и Нова. Это просто, невероятные 4 минуса от Снекса. 3-1, Virtus.pro моментально переламывают ход поединка, берут раунд в ответ. И у команды Клан Мистик будет еще один бай. За счет того, что в третьем раунде Мистики потеряли всего лишь одного игрока, которого забрал Нео при сейве своего девайса. 4 девайса должно быть у Мистиков в этом. Да, 4 АКМа плюс дига в от Кьяшимы. И смотрим. У Снекса есть снайперская винтовка. Пытался не отпустить француза из темной, но ускользнул JMX. Ой-ой-ой, что же там произошло? Развалили нижнюю Т-шку французы. Так, ну и не спешат заходить на Б-плент. Снекс с АВП занимает эту позицию. И вот французы могут поплатиться за вот такие вот долгожданные выпады. Снекс, есть минус GMX. Смотрим, что происходит на карте. Ситуация уже 3 в 3. Кеннис бомбой в медле будет проходить по зигзагу. Там его ждет белый, если не ошибаюсь. Да, именно белый будет принимать Кенниса с бомбой на пропете. Ну и смотрим, чем же все это закончится. Снекс, второй минус на Б-пленте. Французы понимают, что надо выходить в мидл. Нео забирает. Где же Нео забирает? Да, в мидл вышел Кеннис, красный. Ну вот ошибка от французской команды, и Нео ставит точку в этом раунде. 4-1.
Поляки начинают очень-очень уверенно в первой половине. Не хотят они отдавать мистикам много раундов в атаке. Будут забирать всевозможные подарки от французов в первой половине. И хотят, наверное, даже закончить эту карту с разгромным счетом. Итак, у Снекса АВП попытка отстрелить кого-то из французских игроков в медле. Но выход пойдет, как мы видим. Ага. Что же это будет? Два игрока на длине. Три игрока команды Клан Мистик вместе с бомбой спускаются в нижнюю тэшку. И все-таки Снэк не попадает в первой попытки. Тасс подстраховывает тиммейта. Моментально забирает кершу ему. Снэк. Промах. Очередной ТВП. Но вот дальше с пистолета разменял своего капитана. Забрал Таза. Прострелом убивает также СФ. Ну и в живых остается только Харс, которого на зигзаге роняет Паша. 5-1. Разрыв 4 раунда в первой половине. И это при том, что французы начинают за атаку. Атака на Дасте втором является потенциально сильной стороной. Но на самом деле все зависит от соперника. Вот, например, у Virtus.pro все просто шикарно складывается за защиту. И парни готовы начинать даже за дефенс. И нам это доказывает. Итак, что будет происходить теперь? По традиции SF и GMX спокойно проходят в нижнюю тэшку. Тасс под воротами в медле. Ждет и собирает какую-то информацию о команде Клан Мистик, о всех ее перетяжках и передвижениях. Снекс на длине СВП, все под контролем у поляков. Где находится белый? Белый на зигзаге. Ждет информацию от Таза. Вот как раз таки у Таза намечается сейчас какой-то экшен. Если прочекают поляка, то могут быть проблемы у команды Virtus.pro. Итак, без дыма, без всяких раскидок. Таз забирает бомбу у Харца. Выигрывает эту перестрелочку. Ну и теперь, что будет делать белый? Белый по-прежнему стоит без всяких изменений. Снекс на длине. Таз. Ну вот Нео должен быть на подстраховке у своего капитана. GMX минус белый. Паша разменял моментально своего тиммейта. И по-прежнему поляки находятся в численном большинстве. Так, смотрите, что творит Паша. Агрессивная игра зигзага. Забирает Кенниса, и в живых остается только Кияшима. Кияшима один против троих, 40 секунд до конца. И что делать французскому игроку? Ну вот с Пашей разобрался, причем довольно-таки неплохо. Отличный хедшот, и бицепс упал в зигзаге. Бицепс упал в зигзаге, но Нео не отпускает далеко Кияшиму. Забирает того при попытке притянуться под пальму. Ну куда-то вот в этом направлении двигался француз. Наверное, там где-то валялась бомба. Ну и 6-1. Пока никаких шансов для команды Клан Мистик в атаке на карте даст 2. Так, Снекс и его ВП. Будем смотреть за ним. Ну, французы не глупцы, потемные бежать не собираются. Вот модель игры команды Клан Мистик мне уже изрядно поднадоела. Играют довольно-таки прямолинейно. SF и GMX по-прежнему вдвоем спокойно проходят через верхнюю и внешнюю тэшку. Занимают мидл. Тем временем три игрока французской команды спокойно стоят себе на длине. И ничего им не угрожает. Итак, проход по длине. Белый замечает первого игрока. Кияшима минус Снекс. Вау, Кияшима что сделал? На ровном месте просто вырубил двоих игроков польской команды. И французы могут выиграть этот раунд, если бы не потерянная бомба в медле. Кто же ее потерял? Кто-то мне подсказывает, что это был Харт. Нео забирает еще и СФа. Ситуация 2 в 2. Красный Нео. Один против двоих. Бомбу забрал Кеннис. Уносит ее в направлении Апунта. И что же будет делать Нео? Через терровский респаун Нео будет забираться. Куда пойдет Нео? Это будет сейв или все-таки Нео постарается взять раунд 1 в 2? Да, пойдет до последнего поляк, что-то мне подсказывает. 12 700 денег. Вот такая денежная статистика у Нео. И это позволяет ему вот так вот срожкошью относиться к своему девайсу. Да, падает без шанса под Кенниса. 6-2. Клан Мистик берут эко-раунд. Благодаря просто бесподобным хедшотам с ТЗ-шечки от Кияшимы. Так, уже вот под конец сегодняшнего дня начинаю потихонечку заговариваться, простите. Одному все-таки комментировать довольно-таки непросто. Игоря нет рядом, некому меня поддержать и хоть на секундочку дать передохнуть. Итак, смотрим, что происходит дальше. Паша и его компания занимают длину. Вроде бы все спокойно. Французы не спешат атаковать в направлении этой позиции. Так, ну и давайте, наверное, с помощью автодиректора посмотрим этот раунд. Что он нам покажет? Кеннис в одиночку будет проходить по зигзагу с АВП, кстати. Наверное, будем смотреть без автодиректора, потому что если экшена никакого не намечается, лучше буду выбирать вот так. Итак,
Кеннис, попытка с АВП выцелить кого-то на апленте. Паша тем временем забирает Яшиму. Где это произошло? Пашенька. Пашенька на длине сделал первый минус. Кеннис залетает дым, и француз становится практически бесполезен на своей позиции. Тем временем GMX и его друзья SF и Hearts попытаются выйти на длину. Давайте, наверное, посмотрим за этой ситуацией. Под флешечку. Да, все четко делают французы. Выпад на длину. Но здесь абсолютная чистота. Никого из поляков здесь нет. Таза оставили, если не ошибаюсь, в кармане. Нет, это не таз. Это белый. Белый в кармане. Паша с АВП. Второй минус в этом раунде. Забирает еще и SF. Ну вот, без промаха выиграет игрок команды Virtus.pro. Белый подстраховал, забрал GMX, и ТАСС поставил точку в этом раунде, забрав Харца. 7-2. Не дают поляки закрепить успех французской команде и заставляют французов сливать. Или все-таки будет бай. У двоих есть полноценный. Кеннис даже покупает ВП, а вот у GMX и Харца большие проблемы с деньгами. Итак, наверное, обратим чуть-чуть позже свое внимание на статистику. Тем временем, Снекс. Посмотрите, что делает Снекс. Прыжок в мидл. Об этом знали французы и ждали в 2 дула просто. Но Снекс успел при этом поставить хедшот к Яшиме и упал смертью храбрых. Так, ну и вот как раз-таки наступает у нас момент, дабы... Ой-ой-ой, какая неудачная граната залетает тазу под ноги. Преимущество в 2 игрока в этом раунде у команды Кван Мистик. Сумеют ли воспользоваться вот таким вот подарочком от польской команды? Белый на зигзаге замечает игрока на мясном ящике и попытался попасть ему по голове. Но все это закончилось безрезультатно. Так, ну что же, можно сказать, что... Ой-ой-ой, Нео в такой хорошей позиции находился, и французы вроде бы пойдут на бэплен. Да, SF, GMX и Кеннис с бомбой в руках будут выходить на бэплен. Харт сыграет роль разводящего. Яшима уже бежит на помощь своим тиммейтам на Б. Итак, Нео. И самое интересное. Тем временем Харт выходит на аплен. Получил по голове от белого и без шансов скончался. Ух-ху-ху-ху-ху! Какой коварный... Молотов залетел на бэплэнд. Нео оставляет двоих игроков красными. Мог забрать еще и GMX. Паша и Белый. Будут ли выбивать ситуацию 4 в 2? Смотрим. Граната от Паши. Никого не взрывает. Оставляет GMX красным. Три красных игрока. Итак, Белый с М4-1С. На него надежда. Паша с ВП. Он не мобилен. В спину кто-то заходит из игроков команды. Это, наверное, Кеннис. Нет, это Кяшима. Ну вот Кяшима должен сейчас слышать перетяжку польских игроков. И без шансов забирает белого. До этого был минус от Кенниса. Забрал Пашу в респауне. 7-3 французы все-таки сумели воспользоваться численным преимуществом и взяли очень-очень напряженный раунд. Так, ну вот не дают передохнуть и действительно оценить статистику игроков. Вот постоянно в напряжении у нас держится матч. Итак, Кеннис с АВП. Не стал простреливать, не стал стрелять, просто хладнокровно контролировал выходящего на него Пашу. Ну вот ждал он все-таки агрессии от снайпера команды Virtus.pro, но АВП нет. Итак, Кеннис префлайером практически забирает Снекса, как будто знал француз, что будет поджимать Снекс по зигзагу, и выключил того без особых шансов. Пашу это заставило встрепыхнуться. Проход по длине от французов. Белый, как будет с этим справляться, смотрим. Паша на помощи, но... Ой-ой-ой, белый-белый вообще не боится стреляться, и Кеннис моментально его наказывает за такую дерзость. Так, ну и что же будет дальше? Харс контролирует спину. 4 игрока французской команды на длине. SF начинает потихонечку проходить. Таз уже на хлупе у Паши. Смотрим, чем же все это закончится. Таз стоит на просвете, и вот как только начнут проходить французы, Таз будет вершить правосудие. 2 минуса поляков, но французы отвечают двумя минусами в ответ. И Нео уже в ситуации один против троих. Не дает пройти Кеннису. Дропает бомбу, но об этом Нео не знает. Об этом Нео не знает. Ой-ой-ой, Харца оставляет... Нет, это был Кяшима. Оставляет Кяшиму красным, и Харц также был рыдовый. Ну вот, наконец-то удалось сбить экономику французам. Точнее, французы сбили экономику команде Virtus.pro. И будет экономически, что позволит нам, конечно же, посмотреть на статистику. Итак, Снекс 12 на 8. Паша 11 на 7. Ну, в принципе, ровно идет все у поляков, только белый пока что-то не отличается. В онлайне сегодня у него попадает не все.
у команды Клан Мистик. Кеннис, 11 фрагов, 9 смертей, 28 матчей. Но однозначно фраг лидер. И именно этот парень делает ключевые минуса в оружейных раундах. Не на эко, ни на чем. А вот он делает основную задачу. Когда надо, он убивает. Вот так вот должен играть основной оружейный игрок. Итак, Паша Бицепс и его СЗ-шечка просто великолепно разыгрывают свой пистолет, забирает двоих проходящих французов по длине СФ. Да, должен подловить Нео в медле, забирает еще... Боже, какие хедшоты! Я бы побоялся выходить на этого парня. Итак, Снекс. Очередной минус забирает Кеннис на длине. Ай-яй-яй, СФ. Третий минус в раунде, падает Снекс. Паша один против двоих. СЗ в руках. Паша меняет СЗ-шечку на... СЗ-шечку своего тиммейта. На все про 14 патронов, и Харт ставит точку в этом раунде. Не без проблем. Клан Мистик берут экономически у польской команды. 7-5 и расстояние, точнее отставание французов уже сводится практически к минимуму. Но 7 раундов в защите на карте Dust 2 это просто великолепный результат. И поляки уже могут чувствовать себя комфортно. Но уверен, на этом останавливаться парни не хотят и будут стараться взять как можно больше. Так, белый, и очередной поджим на длину. Ну вот как на этот раз справится француз? Кстати, точнее не француз, а поляк. У француза вот под эту флешечку ни одна команда падала. Снекс остается красный. И его забирают. Четкая флешка от французов. Моменталка залетает. Игрок один стоит под выходом. Второй набрасывает ему флешечку. И вот так вот выходит. Вот второй раз один и тот же маневр делают французские игроки. Но белый на этот раз все контролирует. И выигрывают перестрелку у Харца. Сравнивая счет в этом матче. И посмотрите, что происходит на Б-планте. Нео и ТАСС вдвоем поджимают верхнюю Т-шку. И СФ выигрывают перестрелку, но Нео должен разменять. Нео... Это невероятно грамотно. Со стороны Нео пропустить француза. И теперь у него есть шанс забрать бомбу. Да, вот Кьяшима с бомбой говорит: «Привет, Нео!» И... Что будет дальше? Нео забирает еще и GMX-а. Есть по-прежнему красный СФ. Ну и вот как Нео играет просто на верочку. По-другому не назовешь все происходящее. 27 секунд до конца. Французам надо выбить... Точнее, выбить Нео с Б-базы. При этом забрать бомбу и постараться ее установить. Нео, третий минус раунда, забирает СФ, а Кеннис наконец-то остановил грозного Нео. Паша мансует, знает, что после него ВП, и Кеннис! Хедшот в Пашу Бицепса. Вот так поворот. Казалось бы, этот раунд поляки уже не отдадут, но 7-6, Клан Мистик впритык подбирается к польской команде и заставляет тех еще раз сливать. Да, все-таки интрига будет у нас в этом матче. Французы не хотят сдаваться без боя, смотрим за Кеннисом и его ВП. Первая попытка не попадает. Дым. Так, Снекс, это интересно. Попытка влиться в нижнюю Т-шку. Ну, сработало. Что будет дальше? В отличие от предыдущих раундов, СФ и GMX остаются на Т-шком распауне и ждут поджима в Т-шку. Кеннис, есть open фраг в этом раунде. Забирает белого при поджиме зигзага. Поляки оккупировали полностью нижнюю верхнюю Т-шку. Взяли ее под свой контроль, но это ни капельки не смущает французскую команду, которая будет спокойно проходить по длине. И вся надежда только на Пашу. И вот СЗ-шечку. А мы знаем, на что она способна. Итак, Павел Бицепс. Павел Бицепс и его грозная СЗ-шечка. На этот раз без шансов. Кьяшима врубает Пашу Бицепса. Что дальше будут делать поляки? Нео уже заходит в спину по длине, но не успеет. Рассыпаются один за другим польские игроки. И Нео с диглом. Будет ли хотя бы один головошот? Нет, СФ с первой пулей вырубает грозного польского игрока. 7-7. И кто же станет победителем в первой половине? Два ВП у поляков. Нео и Паша. Нео и Паша. У французов также два ВП. Это Хартс. Ой-ой-ой, Нео красный. Не дали поляку пробежать без потери ХП. Паша также остается красным. Вот что творят эти парни. И моментально наказывают СФ Нео. Будет ли выходить на Б-плент? Смотрим. Так, где же СФ номер 8? Итак, СФ. Натаза и Таз должен словить. Да, на ошибке ловит СФ. Гранатой в руках просто подловил французского игрока, и ситуация у нас 4 в 2. Но по-прежнему два красных игрока у команды Virtus.pro. Снекс забирает Кьяшиму, Харт один против четверых, бомба на руках. Минута до конца, и
в дым просто пойдет. Француз, но ТАСС все контролирует. 8-7, и поляки становятся победителями в первой половине. Победа не очень уверенная, но при этом сторона дефенса не является здесь доминирующей. Поэтому все просто шикарно для поляков в первой половине. И они готовы закрепить свой успех во вторую за атаку. Так, вот еще раз статистика нам показывает. Белый 5-9. Хартс 3-11. Все-таки у капитана в первой половине игра не завадилась. 9 очей. Даже бомбу и, ну, ту не мог поставить нормально, чтобы заработать хотя бы себе очочков побольше. Итак, смотрим, что происходит у поляков в пистолетке. У ТАЗа довольно-таки неплохой распаун на длину. Нельзя сказать, что это первый, но это где-то второй или третий. Ред. А вот посмотрите, что делают французы. Укрепление на Б-пульте. СФ в одиночку будет принимать выпад на длину. Попадет ли по голове ТАЗу? СФ. СФ или ТАЗ? Уже упал где-то Кеннис. Падает также СФ. Паша. Третий минус в раунде забирает GMX. Кьяшима и Харс. Вдвоем против пятерых. Кьяшима. Какой хитшут. Просто без шансов забрал Нео. Вдвоем будут выбивать зигзага. Мы за этим будем наблюдать. Итак, Харс пойдет первый. Харс и его Guardian. USPS. Ой-ой-ой, плотно получает Харт, но это не мешает ему забрать Пашу Бисов на зигзаге. Снекс, отличный минус, и Кьяшима один против троих. Бомба по-прежнему стоит, забирает в распауне Снекса. 1-2, но поляки теперь будут играть невероятно тайтово. Никто не будет высовываться, будут запускать Кьяшиму максимально близко к фунту. И распансовывать Кьяшима, падает распаун, и это похороны. Похороны для французского игрока. 9-7, поляки берут второй пистолетный раунд на карте Dust 2. Что, конечно же, сулит большими неприятностями для французской команды. Два экономических. Вот такой вот результат проигранной пистолетки. Напомню, вторая карта будет Мираж. Мираж и Virtus Pro — это что-то с чем-то. Все мы знали и видели прекрасно, как поляки разобрались на МС с Титанами 16-8. Как убрали команду Hellraisers на трех Миражах. Но... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что происходит? Вот пока рассказывал дивные истории про ЕМС-1 Катовицу, GMX на длине сделал 3 минуса с ТЗ-шечки, но вроде бы все ровно у команды Virtus Pro. Нео забирает Харца, и уже ситуация 2 в 1. Поляки в большинстве. Вдвоем против Кьяшимы, ну и Кьяшима. Что придумает? Будет заходить в спину полякам, но поляки не спешат проходить на длину. Будут охранять девайсы и будут дожидаться игрока французской команды. Итак... Паша Бицепс с бомбой в руках. 71 хп. У нее 27. Но вот нельзя словить неудачный тайминг. Кстати, Кьяшима понимает, что ждут его поляки. Бомба не ставится. Это неспроста, думает Кьяшима. И будет только после установленной бомбы пытаться забрать девайс. Хотя нет, пошел чуть раньше. Наверное, учитывает кое-какие тайминги. Но это mind games. По-другому это не зовешь. Игра разума. Как играют поляки, вы прекрасно видите. Дожидались ошибки от француза и дождались. Не дали подобрать девайс. Нео ставит точку в этом раунде. 10-7. И у нас нажимается пауза. Вот теперь можем спокойно поговорить про вторую карту в этом противостоянии, а именно про Мираж. Virtus Pro и Мираж — это не так просто. Нипы были убраны практически без шансов. Команда Титан без шансов. Virtus Pro, первая Инферно, 16-2. Ой, точнее, первый Мираж 16-2, второй Мираж 16-8, третий Мираж 19-16, если не ошибаюсь. Да, на допах выиграли Virtus Pro в группе на EMS One готовится. То есть Мираж у поляков просто готов на все 100. Насколько готовы игроки команды Кван Мистик, даже не знаю. Но на самом деле на ESVC 2013 в финале против команды Титан Кван Мистик выиграли также Мираж. Так что даже боюсь себе представить, что нас с вами ожидает на второй карте этого противостояния. Так, надо старт мани французам. 3500 просит Харс. Tell us when he can reconnect. Ну, ждут французы команды админа, когда он сможет зайти, дабы на сервере уже было стартмани 3500. Now, пишет администратор. Окей, thank you. И go, go, go. Давайте смотреть, что же будет дальше происходить на первом эко-раунде французской команды. Во второй половине удалось сделать 3 минуса.
Три минуса сделал GMX на длине со своей великолепной ЦЗ-шечкой. Но вот этот пистолет, это я не знаю, просто гроза девайсов. И нельзя расслабляться ни на секунду, когда против тебя играет парень с ЦЗ-шечкой в руках. Особенно, если это Паша, ну или GMX, что нам он доказал в предыдущем раунде. Итак, пойдут на Киашиму. Киашиму вроде бы заметили. Но не мешает ему сделать один минус, забрать него, оставить красным таза. Ну и посмотрите, опять-таки же, 2 в 2 ситуация. Снекс на Б-пленте устанавливает бомбу. Вместе с ним красный таз. Что будут делать французы? Будут сейвить девайсы или пойдут выбивать? Ну вот сейчас подбирают один, второй АКМ. И с помощью гранат постараются все-таки выбить поставленную бомбу на Б-базе. Так, что же нам... Что же нам сулит? Ой-ой-ой, Снекс в окне с вертухи вырубает СФа. И замечает GMX. При этом там вообще не палится. Флешка в лицо замечает GMX. И таз должен был забирать, но минус сделал Снекс. 11-7. Поляки потихонечку уходят в отрыв. И нас с вами ожидает первый оружейный раунд. Итак, у поляков нет снайперской винтовки, а вот Кеннис обзавелся вот таким вот девайсиком. Даже два АВП у команды Клан Мистик. Киашима и Кеннис. Ну вот если запустят поляки, ой, точнее французы, на один из плентов польских игроков, Кеннис есть open фраг, забирает белого, уже хорошо, задумка сработана. Второй выстрел, Паша лишается 64% здоровья. Ну и очень-очень даже неплохое начало этого раунда для французской команды. Так, посмотрим, где же стоит у нас Киашима. Киашима на Б-пленте. Именно к нему в гости пойдут поляки. С бомбой в руках. Будет выход 2-2. Изначально планировалось 3-2. 3-2 мидл. Ну и смотрим, что это будет теперь. Первый выстрел с АВП мажет Киашима. Поляки раздобыли для себя полезную информацию. Снекс в медле подловил GMX-а. Что делать дальше? 50 секунд до конца. Не спешат выходить на Б-плент. Поляки будут действительно играть на скилле. Просто идеально продуманные раунды у польских игроков. На зигзаге СМ забрал Нео, но Снекс разменял своего тиммейта. Кеннис с АВП. Маш первой попытки, со второй забирает таза. При этом упал уже где-то Паша Бисдупс. Ну и Снекс. Один против троих. В спину заходит Харс. Все это слышит Снекс. Без шансов забирает капитана команды Клан Мистик. Бомба на руках. 25 секунд. На все про все. 2 АВП против Снекса. Смотрим, что же будет делать поляк. Ой-ой-ой. Красным оставляет Киашиму. Ну, если бы забрал Киашиму, я бы, думаю, просто так не побежал. Хотя должен был убежать, потому что 13 секунд оставалось до окончания этого раунда. 11-8. Клан Мистик берут первый оружейный. И у поляков начинаются проблемы с экономикой. Ну да, на двух эко-раундах своих оппонентов поляки потеряли 6 девайсов в сумме. Это очень-очень много денег. Но при этом это им не помешало закупиться. Это волевой бай. 3 АКМа, 2 пистолета у белого ЦЗ-шечка, у Нео П-250. Все остальные с АКМами. Ну и смотрим, что же будет происходить на этот раз. Кеннис отдымлен в медле. И не может реализовать АВП на полную. Итак, будет выход по зигзагу. Если будут медлить поляки, Кеннис сумеет занять позицию. Он ее занимает. Таз подловил Харца в медле. Проблемы у французов нарисовываются. Снекс уже готов выходить. Моментально сбривает Кеннеса. Второй минус. Нет, второй минус от Паши. Паша и третьего забирает. Падает СФ на длине. Киашима один против пятерых. Какая скидочка. Таз упал. Есть первый минус команды Клан Мистик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Киашима. Он же Киа Бенши. Беглов. Но это уже момент отчаяния от французского игрока. Попытка сделать второй минус в этом раунде, но Нео не дает. 12-8, и поляки не дают французам закрепить успех. Экономика сбита на ноль. У троих игроков команды Клан Мистик, а именно у СФ, GMX и Харца, по 1500 зеленых енотов. У Киашима и Кенниса 2500 и 3500 соответственно. У Снекса АВП отлично простреливает Киашиму. Не дает тому без вреда пройти на Б-плент. Попадает также по Харцу. Ну вот, вот вам и снайпер команды Virtus.pro. Кстати, не основной снайпер. Обычно мы привыкли видеть Пашу с АВП, но сегодня с АВП у нас почему-то играет Снекс. Ну, по крайней мере, за атаку. Так, таза под флешечку.
запускают на бэпвент. Не спешат никуда выходить. Так, а вот к белому вроде бы наметились французы. Нет, убежали с длины. В последний момент решили не идти поджимать, где их действительно ждала верная смерть. Паша, белый и Снэкс были готовы принимать поджим с длины. Нео тем временем. Что происходит у Нео? Нео. Получил по голове. Или просто разрядили в него парочку обоим. Сливающие игроки команды Клан Мистик. Снэкс на зигзаге не попадает в ОП, но следующий 50 просто не без шансов. Забирает Кейниса, подстраховал своего тиммейта белый. Хиашими удается сделать пока единственный в этом раунде фраг. Забирает таз на Б-планте. Ну и здесь у нас Нео слышит абсолютно всю перетяжку французской команды. Забирает без шансов Харца и знает, где находится Хиашима. Хиашима в терровском респе. Дадут ли засейвить этот девайс поляки? Ну вот пока... да, серьезно настроены отобрать АКМ Redwine у Kia Benji. Или все-таки нет? Ну, Нео будет аккуратненько чекать. Белый ждет уже игрока с терровского респауна. Вот она, такая позиция. Ну и Снэкс в одиночку остался контролировать поставленную бомбу. Итак, найдут ли Киошиму? Вот в чем вопрос. Ой-ой-ой, а что это такое? Дернул с Киошима. Белый как будто учуял запах страха французского игрока и наказал того без шансов. 13-8. Очень близки поляки к победе на первой карте. Так, наконец-то мы увидим в действии Пашу Бицепса с АВП за атаку. АВП Сима Ваткениса. Ценный трофей. Паша. Такой вот блайншот залетал на длину. По таймингу должен был падать один из французских игроков. Но француз тоже не дурак. Все сделал четко. Предвидел вот такой поворот событий и не дал себя забрать. Итак, засада у нас на зигзаге. Что там вообще происходит? Кеннис, есть open фраг, забирает Снэкса. Кто-то там есть еще. Кто же это? Кто же это? Белый забирает GMX-а. Кеннис, второй минус в раунде. В медле забирает таза. Перетягивается на плент. Ну и под раскидку будут выходить поляки. Кеннис отгоняет респаун. Ой-ой-ой, СФ. Что творит СФ? По пульке в голову забирает еще и Пашу Бицепса. Нео, один против троих. Есть минус СФ. Ой-ой-ой, это же Нео. А с Нео шутки плохи. Вырубил Харца и был реальный шанс забрать еще и Киошиму, если бы дали подобрать АВП и стрельнуть хотя бы разок. 13-9. Немного отыгрываются Клан Мистик. Но смотрим. По деньгам у французов просто беда-провал. Проиграв этот раунд, победитель в этом матче уже определен. Если поляки берут 14-й в этом раунде, то я ни капельки не сомневаюсь в их победе на Дасте втором. Так, СФ, попытка врыва под плейсу на длину, но Снэк все контролирует. GMX разменял на белого. Паша просто на уверенности вылетает, забирает еще и GMX-а, ну и падает также Кеннис. В итоге два игрока, которые контролировали бэп-плент, а именно Киошима и Харц, вынуждены бежать и выбивать игроков с аплента. Но вот Нео постарается сделать минус и проигрывает дуэль Киошиме. 2 в 2. Снэкс, красный, таз. Так, вот если, ну, к Снэксу не пойдут, вся надежда на таза. Тазу нельзя умереть, потому что его тиммейт красный. Бомба стоит не очень хорошо для игрока команды Virtus.pro, а именно для Снэкса. Один с респауна, второй с зигзага, флешка в лицо, таз. Ой-ой-ой. Все-таки забирает Киошиму. Харц, один против двоих, и красный остается. Французы, и таз забирает второго игрока команды Клан Мистик. Счет становится 14-9, абсолютное отсутствие финансов у французов, и 15-й должны отдавать без боя. Ну, как сказать без боя? У Киошимы есть ЦЗ-шечка. Французы уже неоднократно на эко-раундах напрягали команду Virtus.pro, но до взятого эко-раунда дело так и не дошло. Что будет на этот раз? Смотрим.
Так, ну вот что-то без присмотра оставили GMX на длине, и он может пробраться в спину. Что будет происходить до этого? GMX дает информацию, что здесь никого нет. Это атака апвинта. GMX белый законтролил, то ли услышал, то ли просто интуитивно повернулся и без шансов забрал поджимающего француза. Нео падает респаун. Ой-ой-ой, Нео могут наказать. Кенис не дает этот минус, и Харт остается один против всей команды Virtus Pro. Был шанс забрать Пашу. Паша непонятно каким чудом выжил. Остался один хп у поляка и 6 матчпоинтов для команды Virtus Pro на первой карте. Кенис с АВП. У поляков отсутствует снайперская винтовка, что, конечно же, упростит жизнь французскому игроку. Но вот посмотрим, что и как он сможет разыграть свою снайперскую винтовку. По таймингу стрелял в темную, но мы видели, что был очень-очень близок. Итак, СФ. Первый, кто будет принимать проход по длине после команды. Кенис. Есть первый минус. Будет ли второй? Кстати, без армора действует снайпер команды Ван Мистик. Ситуация 3-3. Ну, просто без шансов разлетаются французы. Живых остается Киашима, и его забирает Снэк. 16-9, счет первой карты. Мы отправляемся на небольшую рекламную паузу. Давайте, наверное, напоследок глянем на статистику. Кенис, 22 фрага. 54 очка, 21 смерть. У команды Virtus Pro Snack фраг-лидер 26. 24 и 25. Вот так выглядит даже троица фраг-лидеров: Паша, Нео и Снэкс. Ну и еще раз, мы убегаем на небольшую рекламную паузу и вернемся ко второй карте. Напомню, это будет Мираж. Он обещает быть очень жарким. Далеко не разбегайтесь, я скоро вернусь.